там вот машины уже пятые, шестые сутки. Сзади без очереди заезжают машины. Ну и город беспредел, Галёма, идет просто. Нету здесь порядка вообще никакого. Кто как хочет, так и работает. И сутки вот, вот кто, получается, на себя грузится, вот эти вот машины вот. А вон те вот дальние уже съездили, уже по трое суток. Без прицепов, лезут без очереди. Нам не дают погрузку. Вот это вот все стоят в правильной очереди. Охрана вообще не работает. Затаскивает своих людей без очереди. Я не знаю, что сделать. Куда государство смотрит. Когда Альфа стояла здесь, было все хорошо. Сейчас полная анархия идет. Ночью все каждый своих протаскивает. В основном охрана. Кто блатные, кто не блатные, сами по-своему заходят. Вот надо как-то, я уже не знаю, что сделать с этим. Вот Альфа 2 года...